BMW F10 установили дополнительное навигационное мультимедийное устройство и две камеры. Слева у нас сейчас Яндекс.Навигатор, справа YouTube на весь экран. Можно выйти в полноразмерный экран, например, для Яндекс.Навигатора. Где есть полноценные сенсорные мультитач и голосовое управление. Метро Сокольники. Любое приложение вы можете самостоятельно скачать из Play Market. YouTube вы уже видели, можно загрузить все что угодно. А также мы установили камеру заднего вида, камера автоматически появляется на мониторе. Камера переднего вида нужно выбирать в меню. Вы, например, приехали к месту парковки, активировали переднюю камеру и потом автоматически включаете заднюю камеру. Очень удобно, все видно, и при этом есть еще навигационная и мультимедийная развлекательная система. Так что обращайтесь, и в вашем автомобиле появится такой же или даже лучше.